Австрийский художник и что? Мы поставили на колбу, души пойми беда. Лицы крепко, одна сулась мать. Показал без шаф и денег, закушилась голова. Три, два, два, это три, два, два. Мы поставили на колбу, души пойми беда. Ты чё, долбоёб? Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем? Зачем? Австрийский художник девочка? Чего? Размазанные дух, синяки под глазами. Твой печальный взгляд остановит титанит. Не знаешь, что делать, не зная мы сами. Живяя сердце осколками рами. Я знаю, что ты не взял тобой. Ну нахуя ты это сделал? Зачем? Для чего? Дедушка хочет? Блять, а дедушка хочет, чтоб ты сгорел нахуй? Что? Это стало лучше, а дедушка хочет, чтоб ты сгорел нахуй. А теперь девочка. Блять, я на фоне нахуй был. А ты в ухате с керосином подливаешь под мир, как пирамиру, спички, чук-чук, случится бам-бам. Скажем пока, старый ты. Сейчас дедушка, а дедушка? Ночи, чтоб ты сберил нахуй, ты ломила на ей стой билет. Ну, а девочка хочет, чтоб ты сберил. Блять, когда Гитлер поет про сжигать, это как бы очень двусмысленно звучит на самом-то деле. Поэтому я даже не знаю, я, пожалуй, осужу эту песню. Не, ну прикольно. Чтоб ты сгорел нахуй. За то, что делала на ей столько лет. А девочка хочет, чтоб ты сгорел нахуй.